собрание длительно, то есть подается заявление местных исполнительных органов. Акция протеста известного в Астане правозащитника Токбергена Абиева стартует в двух шагах от резиденции лидера нации. Мужчина пришел, чтобы обратиться к главе Верховного суда. Коррупция вообще во всей судебной системе. Господин Абиев, пожалуйста, получите вот. Набрало такие обороты, что на сегодняшний день никто не реагирует. Вместе с правозащитником собственной жертвы судебной системы. Житель Актюбинской области Жоламан Сарсенов утверждает, что его сына, майора полиции Еделя Жоламанова, осудили по ложному обвинению. Погоня за раскрываемостью. Прокуроры незаконно осудили моего сына, поэтому я здесь. А это еще одна акция протеста. Третью неделю больше полусотни жильцов скандально известного жилого комплекса «Махабат», которым по решению суда грозит выселение, требуют прокуроров вмешаться. Я пришла в поисках справедливости. Я требую, чтобы прокуроры привлекли к ответственности Мукатаева и Кинжибаева. Махабатовцы говорят, что стали жертвами мошенников, которых покрывают судьи и силовики. В столице полным ходом идут приготовления ко дню первого президента, но этим гражданам не до праздника.